Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков». Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Ох, какой интересный ник. a.r.a.izekb.ural. Ну, да ладно, все поняли, все прочитал. Утром или после длительной стоянки при торможении происходит шум при торможении задних колодок. И проходит после нескольких торможений. А звук очень ощутим. Пробег 24 тысячи километров. Давайте разбираться с этим интересным вопросом. Друзья мои, если вы по луже прокатились, поставили свой автомобиль, на стояночке он у вас постоял, вы садитесь утром, начинаете ехать, тормозите, и слышен такой, что шкребет что-то сзади там или спереди. Не пугайтесь, у вас немножко корродируют диски. За то время, пока стоит автомобиль на стоянке, диски чуть-чуть корродируют, тормозные диски. И после того, как вы начинаете движение, ваши колодки начинают тереться об эту коррозию. После нескольких нажатий на педаль тормоза, ваши диски зашлифовываются, то есть коррозия это стирается с вашего диска, и после этого получается так, что диск опять становится гладкий, и звуки эти пропадают. Потом опять вы приехали, к примеру, там после дождя, остановили свой автомобиль на стоянке, поставили все, постоял он какое-то время, немножко коррозия появилась, вы трогаетесь, и опять этот звук. Ну вот, друзья мои, ничего тут сложного абсолютно нету. Тормознули несколько раз, и все, и опять диск чистый. То есть это в пределах нормы. Не надо пугаться, ничего страшного с вашими тормозами нет. Все в порядке. Тем более пробег у вас очень малый, 24 тысячи километров, это вообще ни о чем. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Обязательно, мне это важно. Всем пока.